задача. И для того, чтобы дети могли тренироваться круглый год, вот глава региона решает вопрос с открытием первого футбольного поля с подогревом. И вот как только мы говорим о том, что все прекрасно в футбольном хозяйстве Ротора, команда с берегов Волги открывает счет. Мяч в ворота Владикавказской Алании. Забивает после прекраснейшей передачи с фланга номер 17 Роман Янушковский. 24-я минута, и волгоградский Ротор открывает счет в матче 1-0. Ну, давайте зафиксируем это событие официально путем заслушивания объявления диктора. Хотя пока вот у нас диктор молчит, чем приятно вообще вот находиться в футбольном городе. Мяч...